Надо мне куда-то сесть, переждать, пивка попить. Так. Фух. Крошка такая маленькая. Я уже даже примерно знаю, что это такое. Монстлер, а я читаю монстр. Такой жопка. Жопка вот такая вот. Что это такое, я не знаю. Ладно. О, солнышко уже пробивает. Вот бесстыдница растет. Не стоит, растет. 78-й год. Ага. Дик Саймон. Не знаю, какое он имеет к этому отношение. Вот эта вот машина, это наверное, есть этот Дик Саймон, собственник этой машины, я не знаю. Ой, как красиво в Винтерпарке. Вообще обожаю это место. И небо такое все темное. Вот такое расслабление обалденное. Что у нас здесь? Линкольн. Надо нам Линкольн? Не надо. Не надо. Я потом поеду на площадку Линкольна и там сделаю о нем. Тут есть все площадки, абсолютно все площадки всех машин, какие вообще в мире существуют. Я сейчас иду только по старым. Сама себе уговариваю, чтобы не сбиться. Итак, вот еще красавица желтая. Ай, какая сказка!